Ребята, всем привет, с вами Александр, легенда Драконмании. У нас дракон недели, дракон студент, но я бы сказал дракон школьник, поскольку у нас начало сентября. Так, ну давайте посмотрим, как его там можно вывести. Кипение плюс индукция. Ну, а я, конечно же, вывожу, использую дракончика, точнее, да, легендарного дракона листопад месячного. Так, и тут уже у нас побочки есть, да? Продаем, тебя тоже продаем. Это нам не нужно. Так, у нас вот здесь. Высадился мне, кстати, дракончик пальма, ребятки. Так, и давайте мы сейчас его попробуем найти. Блин, ну никак дальше отдалить нельзя на компьютере. Что ж ты будешь делать? Так, по-моему, он у меня вот где-то здесь должен быть. Не. Так, не, я знаю, что... Во, нашел. Нашел. Вот такой вот у нас, ребятки, дракончик пальма, да, похож на... Ну, в маленьком видео он был похож на тиранозавра, но, к сожалению, мне пришлось его прокачать, скажем так, без вашего участия. Потому что нужно было начинать комбинашки на выведение делать. Ну, мы его сейчас скачнем на 15 уровень вместе с вами. Вот так. Глядим на него. Это у нас редкий. Редкий трехстихийный дракошка. Вот такой. Ничего особенного. Приносит денежек маловато. Также нам нужно поставить сейчас на выведение Исиду. Меня там просили в комментариях. Выведи уже наконец-то Исиду. Да я что не против. Ну, как бы, сами понимаете, занято было. Было занято, ребята. Так. И тогда, а кто у нас здесь? Второй дракон огонь, да? Так, может заколдовать? Сейчас посмотрим, какого же уровня у меня дракон огонь. Ну, именно как, самого высокого уровня. Он, по идее, должен быть где-то здесь. Вот это ты, 15-й, ты самый высокий уровень. Или есть кто-то покруче? Вот, есть 17-й. 17-й. А как проверить, самый ли он у меня крутой? И по редкости. У меня есть три штуки их. Хорошо. Что такое? Три штуки, хорошо. А как перейти на него? И нам показывают, при том, не самого сильного. У вас уже есть этот дракон. Спасибо, я знаю. А, вот оно что. Так, ну этот у меня самый сильный, отлично. Какие-то подлагивания. Тогда давайте его заколдуем. Даже на две звезды его заколдую. Так, а, кстати, то же самое нужно сделать еще с драконом пальма. Это все повышает шансы на выведение. Так, вот теперь я могу его заколдовать. Ну, там дешевые осколки, не беда. Отлично. И теперь давайте приступим к выведению. Ну вот, почему я использую комбинацию именно с драконом огня? Потому что драконы огня часто имеют очень низкое время выведения. То есть, если у нас не получилось, нам не придется долго ждать, чтобы начать попытку заново. А вот если посмотреть рекламу, то вообще будет все в шоколаде. Также у нас идет клановая война, ребятки. Так, мы где? Вот, смотрите, остался еще один день 16 часов. Не туда. Так, где эта штука находится? Стоять. А как карту увидеть?
А, здесь нет карты, ё-моё, чё это? У нас, во, я искал, где посмотреть, сколько у врага. Ну, мы идем с комфортным перевесом в 4 раза. Так что все у нас в шоколаде пока что. Мы уже одного победили, по-моему, это уже второй у нас идет. Клановый дракон. И нам дадут награду 11 кристальчиков, это хорошо. Это всегда хорошо. Ух ты, а виповский дает еще одну ячеечку. Не обращал внимания раньше на это. Так, сразу же ставим обратно. И давайте посмотрим, какие у нас есть задания. Так, в темницу посражаться. Ну, мы обязательно, мы идем обычно же на колдовскую арену. Давайте туда мы и пойдем. Так, колдовство. Собираем горшочек. Горшочек собран. И поменялось немножко до расположения. У нас горшок раньше был не тут. Помчались. Так, ровно 600 очков. Нифига себе, смотрите, у нас кто колдует так высоко таких драконов, я не знаю. Так, ну, берем кого? Берем кого-то слабенького, берем, допустим, Анубиса. И мчимся. Так, пират. Джек Воробей. Один есть. Второй есть. Следующий. Так, кстати, у нас сейчас после колдовства пойдем на карту и победим босса. На последняя остановка на когда-то бывшем последнем острове до обновления. И перейдем уже на божественный остров. Читал ваши комментарии, вы писали, да, там, я думал же, что Рец, наверное, там где-то застрял, но нет, он с помощью друзей уже прошел этот остров, ну, капец, капец, какой шустрый у нас Рец, справился. Ну, я не спешу, я не хочу так спешить, я буду проходить потихонечку, для меня это будет интересно, я каждую серию буду открывать какую-то новую сюжетную историю, то есть так, мне, как по мне, поинтересней будет, да. Ну, с помощью друзей, так же самое, как и я пользуюсь, то есть он прошел этот остров. Ну, это по вашим словам в комментариях, то есть я сам серию не смотрел и, конечно же, не буду смотреть, потому что мне интересно это самому сделать, как я сказал. Так, давайте попробуем нашей слабой комбинашкой прогуляться. Так... Не хочу пока что тигра использовать, чтобы они его как бы не отъедали. Тигр у нас пойдет, ну вот, на что-то типа такого. Та-дам! Как, ребятки, вам первая неделя обучения в школе? Соскучились? За учебой, за одноклассниками. Или, может, за университетом. Так, ну тут давайте запустим двоих драконов. Хотя вот этот должен справиться. Без проблем. Так, ну и последняя остановка. Когда у меня есть в арсенале вот такая штука, я всегда спокоен. Изи катка получилась. Ну, как видите, у нас после небольшого, так скажем так, расширения у нас проблем нет с едой. У нас постоянно болтается там 3-5-10 миллионов еды, которые я пока что берегу. Уже, правда, не знаю для чего. Стоит, наверное, сейчас потратить. Немножко еды докачать, допустим, ну хотя осень как бы нет,
Архангел у меня и так 50 уровня. Анубиса качнуть на 50. По-моему, неплохая идея. Так, все, эти сильные усиления уже нужно убрать, чтобы их зря не тратить. Ну и помчались. Так, забодай его, осень. А вы знали, ребята, что, вот, знаете, быков на красную тряпку, типа там, да, вот эти торадоры, красный. Но быки, на самом деле, это дальтоники, они как бы бросаются на, в общем-то, на то, что движется, и то, что яркое. И желтый цвет в этом плане будет намного более привлекательный для быка. А красный это использую так, для красоты. Чтоб красный больше людям нравится. Ничего себе, с одного удара. И мы выполнили задание клана, то бишь 3 победы одержали. Это хорошо. Ну, наверное, продолжу я там уже дальше сражаться сам, а мы сейчас пойдем на карту. 2 рудника завоевать, это тоже возьму. Нам пригодится. Так, а нам нужно в самый верх. Так, нас ждет последняя остановочка, ребята. Так, это у нас команда противника. Зовут Мини. То есть, ну, я так и говорил, что это будет наш миниатюрный друг. Поскольку большой у нас вот голова большого. Вот тут его запчасти. Где-то тут хвост болтался. Вот кончик хвостика болтался. Ух ты, затопленные. Я думал, это врата? Нет. Что это затопленное? Как выглядят наши врата? Да, затопленные врата. Кстати, у нас где-то здесь же плавают китята, да? Помните, ребята? Где-то они здесь плавают. Во, китенок. Ну, жаль, что он не кликабельный. Но вот так вот. Вот, быстрое возвращение, кнопочка, все время про нее забываем. Ну что, 65 уровень. Выиграйте этот бой с 3 звездочками, чтобы открыть функцию «Мгновенная победа». Ух ты! Ух ты! Ух ты! А как это сделать? Ну, чтобы на 3 звездочки. Я понял. Нанять. Попадет ли туда наш сразу друг, которого мы наймем? Так, кстати, вот. Поправляли мне, я его называю все время Титанин, а он... Как, подожди, Титан, там как-то по-другому писали мне, Титанин, или как-то так. Ладно, надо перечитать. Фух, так, ну посмотрим, будет ли он первым. А, ну, он попал-то в команду нам. Это мой злостный малыш. Он в 2 раза меньше и в 2 раза сильнее. Вы готовы сдаться и преклонить колени перед моим могуществом? Черт, ну он последним попадает. Плакали наши 3 звездочки. Такой маленький победил такого громадину. Так, мой злостный малыш, нет, как он мог проиграть? Это еще не конец, Хогвин, война только начинается, с тобой будет покончено, как только прибудут мои полчища тиранов. Мы будем ждать, Радхор. Неважно, сколько твоих подельников высадится на наших берегах, мы всегда защитим Драколандию. То есть, ну и на этом раньше был конец, и все. Значок получен. Ну, давайте применим его, что ли. Так, достижения никакие у нас не открылись. Вроде как нет.
И вот такой вот у нас босс. Ну, он очень дорогой, понятное дело. Так, ну что, давайте будем шагать. Ух ты, остров уже открылся частично, да? Ладно, давайте сейчас сделаем еще одну остановочку. 60 уровня. Они эпики, еще и заколдованные. Ага. Мгновенная победа. Так, ну я тут на 2 звезды выполнил, да? Да, на 2 звездочки всего лишь. Так, ну на 3-то надо, чтобы никто не умер. А это невозможно. Не, даже если возьму своего одного дракона, если бы у меня был кто-то сильно прокачанный, у кого есть либо ветер, либо щит, ну, чтобы позволил либо ослабить, либо защититься, чтобы выдержать хотя бы один удар, тогда бы, наверное, можно было на 3 звездочки. Ну, ребятки, если вы знаете, как пройти мне, пройти на 3 звездочки вот этого босса, то напишите. А, вот что имелось в виду, мгновенная победа. Тогда, в принципе, не важно. Я все равно этой фигней не пользуюсь. У меня всего лишь 3 таких флажочка. Ладно, ладно, ладно. Так, ну противник здесь-то силен. Ну, на самом деле нам... Нам здесь вообще никто не нужен. Зачем нам брать как бы... Странная аномалия блокирует драконов-эльфов на этом острове. Подождите. Вы мне сказали, что Редс прошел с помощью друзей. Как? Здесь нельзя взять друзей. Вот. Нанять, пожалуйста. А там нет. На этом острове нельзя использовать друзей. И тогда как? Вопрос, как Редс это прошел? Если у него в аккаунте сейчас как бы там все слабенько. Даже, наверное, вот так как-то. Листик, факел и архангел. Ну, давайте мы чисто ради интереса сюда заглянем. Я знаю, что вы ищете тиранов, профессор, но кажется, их здесь нет. Ты можешь быть права, но как и все, как и все, что внезапно появляется из океана, этот остров стоит исследовать. О, я вообще их даже не царапаю. О, с одного удара, несмотря на то, что на нем тень. Так что я, честно говоря, вообще не представляю, как Рес прошел этот остров в своем новом аккаунте. Так, ну, я уверен, что вы мне это расскажете в комментариях. Ну, на этом тогда, ребятки, я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.